В Твери в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» отремонтируют 46 объектов. В районных администрациях сейчас проходят встречи с представителями общественности. На них жители знакомят с планами ремонтной кампании. Подробности в нашем сюжете. Первая встреча с общественностью прошла в Центральном районе. Здесь, как рассказал начальник дорожного департамента Виталий Клишин, отремонтируют 5 объектов. Причем это будет не только укладка нового асфальта. Мы расширили перечень работ, которые будут выполнены. Это будет переустройство, дополнительно будет включили переустройство бортового камня и ремонт тротуаров на тех дорогах, где он уже существует. Там остановки автобусные, где они уже есть, мы их отремонтируем, полностью переустроим подъезды, саму площадку, и будут заменены павильоны. Вот один из объектов предстоящего ремонта – набережная Степана Разина. Ида Николаевна Рубу живет в самом центре Твери и любит гулять здесь. Правда, ранней весной не особенно погуляешь по лужам и разбитой плитке. Но в этом году участок набережной в национальном проекте в порядок приведут не только проезжую часть, но и тротуары. В 2020 году должны провести ремонтные работы пешеходного тротуара и проезжей части Степана Разина от Звездочки и до областной детской, до Татарского переулка. Я думаю, что наш город воинской славы преображается и займет достойное место среди городов Российской Федерации. Общественность химинститута уже обсуждает, как отремонтировать дорогу в их поселке. Она тоже включена в перечень объектов национального проекта, поскольку не ремонтировалась много лет. К данной дороге примыкают очень важные для нас объекты социокультурной направленности. Это и ДК, это и детский сад. На самом деле дорога действительно пришла в негодное состояние. И тот факт, что она будет капитально отремонтирована в этом году, это очень важное для нас событие. В этом году в Твери будет отремонтировано около 62 километров дорог. Это практически в два раза больше, чем в прошлом. Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в период с 2019 по 2024 год приведут в порядок более 265 километров дорог.